Так, трое заключенных, которые захватили колонию 19 под Волгоградом, осуждены за торговлю наркотиками. Еще один из непредумышленных убийств в ходе драки. Об этом говорится в приговорах судов. Ранее мы сообщали, что несколько заключенных захватили все-таки заложников в колонии. Все произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. Есть пострадавшие. Четверо из них доставлены в больницу. Об этом нам сообщают медики. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям. В СИН сообщают, что в настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников.